Приветствую. И мы с вами находимся неподалеку от станции метро Пролетарская и около Волгоградского проспекта. Здесь это Таганский район Центрального административного округа. И здесь от Стройковской улицы до Волгоградского проспекта проходит маленькая Качалинская улица. Собственно, проходит она как раз рядом с Волгоградским проспектом и параллельно ему. Ну, как раз доходит до этого Волгоградского проспекта. И, по сути, больше напоминает не улицу, а внутридомовой проезд. Вот. В принципе, с одной полосой для движения автомобильного транспорта в двух направлениях, то есть двум машинам даже почти не разъехаться на этой улице. Длина улицы составляет около 1,5 километра. Названа была улица в 19 веке. По неясной причине на сегодняшний день. Ну, скорее всего, наверное, по фамилии одного из местных домовладельцев. Вот. Скорее всего, ну, можно сказать, по местности, но нам все-таки какой-нибудь Качалин был фамилия одного из местных домовладельцев. Но это, конечно, не точный факт. И надо сказать, что по улице числится всего только два объекта, а именно два жилых дома. Один 12-этажный, причем под номером 7, 1989 года постройки, а другой 9-этажный под номером 9, 1967 года постройки. То есть оба дома советские, ну один совсем уж позднесоветский, конца советского времени, ну второй уже обычный, 1967 года, 9-этажка. Ну а остальные здания, нас, конечно, улица все-таки полкилометра, и понятно, выходят и другие жилые дома, и другие объекты, но все остальные объекты, которые находятся на этой улице, они числятся по соседним улицам. Ну, естественно, никаких достопримечательностей, что-то интересного здесь мы не увидим. Ну, а добраться до улицы довольно просто, от метро Пролетарский пешком через Волгоградский проспект и Стройковскую улицу. Вот, ну, можно доехать одну остановку на троллейбусе, по-моему, там на остановке метро Пролетарская, троллейбус 27, до остановки Стройковской улицы, как раз на Волгоградском проспекте и пешком. Ну, по самой улице, естественно, вообще сразу не проезжает. Она фактически проходит во дворах жилых домов. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.